Леша, а ты знаешь, что сегодня по народному календарю серги зимний? Если выпал снег, то ждать ранней зимы. Ира, да какая зима? У нас в Москве только бабье лето закончилось. Народные приметы не врут. Вот и наши следующие участники предрекают нам скорую вьюгу. У них она начнется прямо сейчас под песню Григория Лепса. Я поняла, что в эту передачу фортуна отвернулась от меня. На каких-то ресурсах летних еще хватало эмоций, хватало силы соображать, что происходит. Сюда ногу, сюда. Вот сюда. Я ее сразу вот сюда жук. Подожди. Ай. Медвежонок. Вот когда вы залетаете, надо сюда... А как? Вот скажи, как? Да, вот надо тебе вот так вот просунуть. Как? Когда уже поздно сделать вот так... И потом при этом говорить спокойным голосом, включать музыку, здесь заменим. И я понимаю, что все очень плохо. Вот так, и раз, два, три, четыре, узнаем, ставлю, тройка. Эмоциональная, быстрая, там надо так быстро кататься, просто задыхаешься. А никто не верит, что это спокойная, медленная песня, а надо так, так быстро ездить, слишком быстро для, вас, для моего лесных уровня. Фей. Спокойная. Для меня вот как для литовца это очень быстрая песня. Да? Да, прям вообще. Для белоруса оказалось тоже. Не ожидала, что русский так нас подставит. Замерзаю снова.
Вот только сегодня на 7-м этапе обратил внимание, какой же спортивный характер у Иры Медведевой. Какая она перфекционистка, то есть стремящаяся к совершенству. Каждый элемент хотела и выполнила. Абсолютно чисто, так как учила. Отличный номер получился у ребят. И еще хотел бы обратить внимание, что очень удачно выбран хит. Григорий Лепс, «Вьюга», песня популярная. И содержание песни к фигурному катанию очень подходит. «Вьюга» чувствуется на льду. Молодец, умничка. Умничка, хорошо. Боролась за титул. Боролась за титул. За титул зверя? Боролась. Ирина Медведева и Пойл Сванагас. Оценки за технику 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. А оценки за артистизм все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,98. Никто не любит одиночество. И одиночество не только может, а оно всегда превращает нас в камень, в черствых людей. Костя, как тебе этот номер? Мне очень понравился. Я не видел здесь одиночества совсем. Поэтому... Что ты увидел, Костя? Что я увидел? Слава богу, что увидел. Хорошо, что ты далеко. А меня уже в раздевалке предупреждали, ты поаккуратнее с Костей. Да-да-да. Есть фраза очень хорошая, что боксера каждый может обидеть, не каждый успеет извиниться. Поэтому осторожно, друг. А ты меня не догонишь здесь, на льду. Но ты здесь все равно вернешься на пол-то, поэтому... И выход у нас один, дружище, поэтому... Так все-таки, что же ты увидел? Я увидел красивое катание, я увидел историю, для меня была история определенной любви, в то же время расставания, и для меня это было, я смотрел на катание, оно было очень красивым, очень нежным, поэтому я получил огромное удовольствие, спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо, Костя. Тимур, мне очень понравился номер. По оценкам видно, что он мне очень понравился. Поэтому я хочу сказать, что я еще в диком восторге от талантов Иры, потому что я знаю ее как замечательную актрису. Сегодня она так здорово каталась, и когда у нее получались элементы, она не скрывала этого, так улыбалась и хотела сделать «Я!». А я хотел это сделать вместе с ней. Да! Вообще, я хочу сказать, что сегодняшний день особенный. Во всяком случае, мне кажется, что сегодня такой щедрый день на оценки. А все потому, что сегодня очень много всего происходит нового. Все практически катаются идеально. Гедеминас говорит слово «аттитюд» несколько раз в эфире Первого канала. Вот. А зритель так и не помнит, что это такое, но запоминает «аттитюд». «Аттитюд» легко запомнить. Когда нога, как собака на забор. И вот «аттитюд». Раз. Если он тебя тронет, я отрежу так ему... Я поэтому спокойно стою здесь. Отрежу я ему косичку. Нет. Все. Ты меня еще не знаешь. Нет. Татьяна Анатольевна, за что 5-9 все-таки? Гоняли много. Понимаю, вьюга. Да, но в этом я видела некоторое отставание в технике. Скольжение, хотя начали в близких позициях, думаю. О, как интересно. В близких позициях работать, ну, в принципе, исполнять что-то намного сложнее, чем там в позиции рука в руку. Я думаю, как интересно. А потом как начали гонять из стороны в сторону? Нет. Гоняли страшно. Поэтому поставила 5-9, честно. Вот. Больше сказать мне нечего. Не, ну начну с того, что, ребята, объясните, что такое контракшн. Я думаю, что не все зрители это знают. Ир, пожалуйста. Мне кажется, это к Повелосу. Это все чу-чу. Вот это когда идет чу-чу. А, то есть, ага, я поняла, а ваше это вот аттитюд. Повелос, мне показалось, что где-то, или может быть только опять мне показалось, что где-то в середине номера вы то ли ошиблись, то ли запутались, то ли не угнались друг за другом. Что это было? Я скажу, что было. Просто я когда выхожу каждый раз кататься уже на эпизоде, я не знаю, что будет на льду, потому что
У Ириши... Непредсказуемая Медведева! Потому что у Ириши включается вот этот дар актерства такой, что я понимаю, что мне придется ловить на ходу те образы, которые она еще будет создавать. И это правда. На тренировках, как бы она ни старалась, никогда так не получается. Как только мы выходим здесь, есть зрители, судьи, и все, у нее появляется такой взгляд, такие эмоции, что иногда я только успеваю ее ловить. А мы ошиблись разве? Нет, ты не ошиблась. Ты делала все правильно. Один раз чуть не упали, но я тебя поймал. Ты даже не знаешь про это. Ира, какие ответы ему будут? Ответы только благодарности, что он вытерпел эти тренировки. Это правда. Этот номер оказался настолько сложный. Я даже не ждала, что вот Григорий нам преподнесет такой подарок своей музыкой. В этот лед мы вкатали столько моих слез. Первый раз я на тренировке поняла, что это очень сложно. Это, кажется, спокойная, медленная песня. Поверьте, что это было тяжелее, чем какой-то быстрый танец. Прям понял. Спасибо тебе.